Добрый день! И снова приветствую вас на канале «Сточка» и хочу представить лот номер 2 «Джоггин Боттом». Спортивные штаны. Демисезон. Страна Англия. Вес мешка 15 кг. Количество в мешке 40 единиц. Спортивные штаны. Размер XL. Позиция представляется Second Hand категории Extra. Размер L. Такие облегченные шортики. Размер 16-17. Размер S. Размеры озвучены, которые указаны на этикетках. То есть европейские. Такого плана. Размер 8. Это где-то 42. Темно-синие. Хорошие штаны. Фирмы Nike. Размер XL. Такой камуфляжный вариант, с карманом большим. Размер M, внутри хорошая байка, утепленная. Облегченные, нежно-розового цвета, размер M. Темно-зеленые, теплые, размер XL. Вот такой план, черные штаны, размер M. Бриджи, размер L. Планы. Такие облегченные для дома. Размер 2XL. Такой брючный вариант трико. Размер 12. Небольшой размер. Серые штанишки с голубыми лампасами. Размер S. Хорошие. Хороший размер. Фирма Adidas. Размер L. Облегченный для дома. Размер L. Такого серого цвета, имеется дефект в виде шеворошек, но это их не портит. Внутри хорошая байка. Размер 2XL. Черного цвета трикотажные. Штаны размер M. Вот такие цветные, домашние, веселенькие. Внизу на резинках. Облегченный размер 44-46. Такого плана брючки, размер 36. Удлиненные шорты, размер 10-12. Черного цвета с лампасом штаны, размер L, стоит L, но это, скорее всего, будет российский на S, то есть 44-46. Вот такого плана, очень хороший фасон, внутри хорошая байка, размер M. Серые штаны. Размер тоже на байке, размер XL. Темно-бордового цвета, такой баклажан даже, я бы сказала, цвет. Размер XS. Такие вот шорты для дома домашние, большого размера. Имеется тоже дефект в виде шеворошек. Размер 3XL. Трико. Брюки такие спортивные, тоже на байке, хороший размер M. План домашние штаны, брючный вариант. Имеется дефект в виде шеворушек, размер где-то XL. Такого на широкой резинке, плюс дополнительно пояс имеется. Размер S. Размер XL. Темно-зеленый, хорошая высокая посадка. Размер M. Тоже хороший байк, теплый. Такого тоже утепленный на байке. Размер XL. Черного цвета. Имеется небольшой дефект в виде износа. Размер M. Такие штаны с сердечками. Рисунок в виде 3D. Размер будет S. Темно-синего плана штанишки на байке, размер L. Шорты для дома, тоже на байке, такие тепленькие, размер L. Черного плана трико, большой, хороший размер, размер 2XL. Такого плана. Фирма Nike, размер M. Яркие, веселые такие, сиреневого цвета, размер 12.
И вот такие серые штаны, брючный вариант. Размер XL. Спасибо за внимание.